Девятая серия. Москва, Иркутск. Трасса М5. Урал. Движение в сторону Челябинска. Время в ночное. Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Ограничение 90. В ночное время суток. Темень, как видите, хоть глаз выколи. Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Ограничение 90. Условия движения достаточно сложные, поэтому который раз повторю, перевал нужно проходить в светлое время суток. Плюс ко всему разметка желает лучшего. Так, на карте ничего примечательного не вижу. И слева, и справа огромные лесные массивы. Интенсивность движения через перевал, несмотря на позднее время, достаточно высокая. Ну вот в таких условиях, на мой взгляд, лучше всего вот уцепиться, как вот в данном моменте, за впереди идущий большой груз, более-менее перекрывает фары встречных автомобилей. Немножко спасает от ослепления. Впереди развязка. Развязка на Златоуст.
поворот, это зло того будет. Златоуст с левой стороны по ходу движения. Ну, вот тихоход впереди сдерживает скорость. Ну, это... Ну, так, в принципе, можно было бы дальше не ехать, остановиться на ночевку, на привал. Вот в этом месте, значит, и можно уйти в Златоуст. Большие грузы, дальнобойщики останавливаются на ночевку, правильно делают. Ночью на перевале лучше спать. Ну, не просто спать, просто отдыхать. Ну вот один поворот на Златоуст пройден, впереди будет еще один, еще одна развязка, где можно будет уйти в этот город. На Златоусте много написано в интернете, город мастеров, по всей трассе продаются изделия. Мастеров Златоуста, ножи, кинжалы, сабли, такие колющие, режущие предметы оружия. Иди, плохая дорога. Ограничение 80. Конечно, днем тут гораздо красивее картинка. Ну, посмотрите условия движения в темное время. Временами четкая разметка, временами еще не обновили, местами еще не обновлена. Прошлые свои поездки очень много страшных ДТП, последствий ДТП неоднократно наблюдал. Или больше груз улетит в кювет, или на маленькую машинку наедет, или с большой фурой сталкивается. В общем, мое предостережение, мой совет, моя рекомендация — проходить перевал через Уральские горы лучше всего в светлое время суток. Повторю, что это трасса М5,
движение в сторону Челябинска. Примерно до остановки на ночевку ну, еще километров что 100. Поворот чуть побольше, наверное. Второй поворот на Златоуст. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. С левой стороны Нижняя Отляна, населенный пункт. Впереди будет левый поворот. Дорожные знаки показывают, где можно повернуть на Отляну. Хорошо видны дорожные знаки, указатели, разметка, четкая временами, и только свет встречных фар. Так.
конце этой серии снова будут битые фрагменты. Вот там, где битые фрагменты, я комментировать не буду, просто наложу музыку. У дальнобойщиков и большегрузов есть такое неписанное правило, что ли. Если он несколько раз мигнет левым поворотником, предупреждает, что идет встречный автомобиль или колонна, то есть обгон. Обгон не рекомендуем. Если мигает правым поворотником, то говорит о том, что впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Что встречная полоса свободна. Встречная полоса свободна, можно обогнать. Но, как говорится, в семье не без рода бывают такие, что и впереди плохая дорога. Ограничение 80. Провоцируют, вводят в заблуждение. Есть такой тип людей, к сожалению. С правой стороны населенный пункт Смородинка. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. И Черновская, это с правой стороны. Дорога называется 75К-164. И левый поворот. А что такое? И левый поворот. Левый поворот в сторону МИАСа. МИАС. Так, там развязка, вот проехали я только что. Впереди камера, ограничение 70. Через несколько минут будет перекресток, развязка Чебаркуль, там, где упал этот знаменитый метеорит. С правой стороны озера называется Большой Еланчик. Больше о нем ничего сказать не могу. Гид, конечно, из меня еще тот.
Ну, сейчас темно, не видно, к сожалению, но с левой стороны озеро Чебаркуль. На берегу населенные пункты Боровое, Малково. Болотистая местность с левой стороны. И в салоне автомобиля сидят, молчат, как бы заговорили о чем-нибудь. Ну вот развязка, это поворот на Чебаркуль. Можно остановиться и на ночевку, на отдых. И заправиться, отдохнуть. С левой стороны город Чебаркуль. Вот там где-то упал знаменитый метеорит. Ну а далее опять темнота. Темнота, чернота. Только дорожные знаки и встречные фары. Фары встречных автомобилей. Не были бы все, вся дорога такая освещенная. Освещенная, широкая. Есть участки для обгона. Впереди камера. Ограничение 90. Рай закончился, освещение кончилось, опять чернота. С правой стороны километра через 2-3 населенный пункт Травники.
Впереди левый поворот. Населенный пункт Месяж. И Чебаркуль. Очередная развязка на Чебаркуль. Через несколько сотен метров развязка очередная на Чебаркуле. Трасса М5, Урал, движение в сторону Челябинска. Условия движения сами определяете. Видели, наверное, развязку на сторону Чебаркуля. Впереди камера. Ограничение 110. Тут видно иногда одиноко стоящие на обочине большие грузы. Но это, надо полагать, водителя потянуло в сон, и он остановился. Правильно сделал. Опять началось сверление. Вот на карте ничего не видно, немножко никаких разметок, но на картинке видно какие-то места для отдыха. Приезжаем. Но в таких условиях комментировать, конечно, смысла нет, поэтому придется притормозить работу. Сколько лет, вот постоянно, каждое лето, вот какие-то сверления, долбежки. До тех пор будут сверлить, долбить, пока дом не развалится.
Так, с правой стороны Таминский горно-обогатительный комбинат. Развязка будет большая. Впереди Челябинск. Совсем недалеко осталось. Перевал, по сути, пройден благополучно. Осторожно, дети. Ограничение 100. Вот впереди развязка, объездная дорога Челябинска, обход Челябинска направо. Прямо в Челябинск и лево тоже объездная дорога. Приближаемся к объездной дороге Челябинска. Вот проехали объездную дорогу Челябинска. Правый поворот был в сторону города Копейска, ну и на курган. Так, что-то я... А, ну все правильно, так оно и... Вот, это движение уже в сторону центра кургана. Начнется освещение. Вот началось освещение. Это уже курган. Вот сейчас тоже проезжаем развязку, тоже можно было бы уйти в сторону кургана. Намного есть развязок, которые поведут в обход города. С правой стороны озеро Синеглазово. Двигаемся по М5. За озером Синеглазово озеро Смолино, то с правой стороны, с левой стороны Шершневское водохранилище.
камера. Ограничение 90. Кошмар. Домашние ходят на цепочках. Вот впереди огни города Челябинска. Так, с правой стороны по ходу поселок Дмитрия Донского. Далее Малиновка. Еще дальше поселок Мебельный. Это с правой стороны. Впереди камера. Ограничение 60. С левой стороны будет поселок АМЗ. Это пригород. Это же пригород Челябинска. Впереди камера. Ограничение 60. Строителей. Так, ладно. Впереди плохая дорога. Ограничение 30. Вот ночной Челябинск. Впереди камера. Ограничение 60. Челябинск, двигаемся по улице Блюхера, правый поворот, улица Даватора. Так. Ну вот, еще раз повторю, ночной Челябинск. Улица Даватора пересекает улицу, ну там чуть дальше впереди улицу Федорова. И остановка будет Челябинск главный. Железнодорожный вокзал. Вот он, вокзал, железнодорожный вокзал
Челябинска. Железнодорожный вокзал, город Челябинск. Если прямо смотреть, впереди на горизонте это улица Овчинникова, проспект, ну написано улица Овчинникова, как раз прямо по курсу. А перпендикулярно Овчинникову улица Разина. Я не удаляю вот эти стоянки в реальном времени. Видео ускорено в 3 раза. Так что просматривая, если не интересно, можете протыкать дальше видео. Не удаляю, потому что трудно потом будет опять более-менее синхронизировать комментарий. Надо будет искать эти участки на большом видео. Сейчас комментирую участки продолжительностью 10 минут. Так удобнее как-то привязываться.
Ну вот, немного постояли и продолжаем движение. Движение будет по улице Свободы от железнодорожного вокзала. Уезжаем по улице Свободы. Улица Свободы. Впереди улица Свободы переходит улицу Братьев Кашириных. Ночной Челябинск. Дождь накрапывает, поэтому картинка смазанная такая. Камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. С левой стороны водохранилище МИАС. Наверное, не водохранилище, а река Миас. Ну, вот можно будет посмотреть немножко, небольшой фрагмент на Челябинск. Светлое время. Далее будут много битых файлов. Насколько смог удалить, я их удалил. Но, возможно, где-нибудь проскочит короткий эпизод. Отследить все очень тяжело. Что вертится по стоянке. Выехать не может, что ли. Заправка.
Так, ладно. Выезд на улицу братьев Кашириных. Улица братьев Кашириных. Впереди камера. Ограничение 60. На развязке выезд на Свердловский проспект. Thank you.
Thank you.